Вечная стройка. В Трудовом Симферопольского района уже второй год не могут сдать в эксплуатацию детский сад на 160 человек. При этом в селе остро стоит проблема очередей в детские дошкольные учреждения. Когда, наконец, проблемный объект закончат и что стало причиной затяжного строительства, расскажет Эдуард Здоров. Этот детский сад должен был решить проблему очередей в Трудовом. На строительство из федерального бюджета уже выделили больше 50 миллионов рублей. Общая стоимость – чуть больше 105 миллионов. Местные ждали его еще при Украине. До сих пор ждут. Мы же туда документы сдали. Тогда при Украине же мы сдавали. Сейчас вот при России. Ну, надеемся, что мы попадем в садик. Так как хочется работать. А факторов, которые повлияли на срыв всех сроков, масса. Садик строится по проекту украинского образца. Нормы там существенно отличаются от общероссийских. Отсюда удорожание проекта и строительства. Плюс проблема с канализацией. По плану коммуникации сада должны были подключить к сельским, которых, можно сказать, нет. Кроме того, заказчиком является администрация Трудовского сельского поселения, в котором просто нет специалистов в этой области. Именно поэтому довести объект до ума так и не получается. Должны процессом руководить люди, которые компетентны, которые могут это сделать. Я так думаю, что будет наше предложение такое провести проектно-сметную документацию, сделать. И тогда в этом году и на следующий год тогда организовать строительство этого садика. С инспекцией проблемную стройку посетил первый вице-спикер крымского парламента Константин Бахарев. После осмотра объекта было решено откорректировать проект и пересчитать сметную стоимость. Здание планируют закончить в следующем году. Будем работать на достижение этой цели. Люди от нас этого ждут. И наша задача сделать все возможное, чтобы приблизить этот день и обеспечить завершение строительства этого объекта в кратчайшие сроки. Напомним, на полуострове проблема очередности в детские и дошкольные учреждения стоит очень остро. Около 30 тысяч маленьких крымчан ждут своего места в садике. Власти эту проблему активно решают. До конца года в республике создадут 7 тысяч новых мест. Эдуард Здоров, Александр Смычек. Время новостей. Симферопольский район.